Всем привет! Вы смотрите «Великие имена России». Знаменательное событие состоялось ровно 61 год назад. 12 апреля 1961 года с советского космодрома Байконур был совершен первый полет человека в космос. Это событие ознаменовало новую эпоху для всего человечества. Нельзя обойти тот факт, что этим человеком, первым побывавшим в космосе, был наш Юрий Алексеевич Гагарин, герой Советского Союза, человек мира. Кедр, я Заря один. Зажигание. Понял, дается зажигание. Предварительное. Благодаря этому человеку, впервые полетевшему в космос, многие дети мечтают стать космонавтами. Даже в наше время, когда мечты кардинально изменились и мальчики представляют себя бизнесменами и стилистами, мечта полететь в космос живет у многих маленьких граждан. В середине 20 века Гагарин навсегда вписал свое имя в мировую историю, став первым космонавтом, облетевшим вокруг Земли. Родина Юрия Алексеевича является деревня Клушино Смоленской области. Именно там 9 марта 1934 года в семье простых крестьян родился будущий космонавт. В 1941 году Юрий пошел в школу, но учебу прервала начавшаяся война и оккупация. Снова вернуться за парту мальчик смог лишь в 1943 году. После 6 класса Юра начал учиться на формовщика-литейщика в Люберецком ремесленном училище. Следующим этапом образования будущего космонавта стал Саратовский индустриальный техникум. С 1954 года Гагарин начинает заниматься в Саратовском аэроклубе и вскоре совершает свой первый полет на Як-18. Молодой человек понимает, что отныне его судьба навсегда будет связана с высокими полетами. На следующий год он отправляется по призыву в Оренбургское авиационное училище. Окончив его с отличием, Юрий отправляется на службу в Заполярье. В 1960 году молодой человек был зачислен в отряд космонавтов в ответ на его рапорт. Он прошел все необходимые проверки, показал отличные знания и навыки управления летательными аппаратами и был утвержден Государственной комиссией в качестве кандидата, отвечающего жестким требованиям. Дублером Гагарина для полета в космос стал Герман Титов. Курс предполетной подготовки был блестяще завершен, и будущий космонавт стал готовиться к полету. День 12 апреля 1961 года навсегда стал праздником для советских людей, ведь именно тогда их соотечественник сделал виток вокруг Земли на космическом корабле «Восток». Полет продолжался около 2 часов и завершился в одной из деревень Саратовской области. Информация о первом полете в космос сразу же разлетелась по всему миру. В своей стране первопроходец космоса получил всенародное признание и любовь. Его признали и на высшем уровне, удостоив множества наград, звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Ордена Ленина. Награды летчик получал из рук Хрущева на Красной площади в столице. Своим почетным гражданином-космонавта назвали многие города как в Советском Союзе, так и за его пределами. Дальнейшая жизнь первого космонавта была связана как с полетами, так и с участием в общественно-политической жизни страны. Юрий Алексеевич занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов. Дважды избирался в депутаты, был членом ЦК ВЛКСМ и почетным членом Международной академии астронавтики. Какой бы деятельностью он ни начинал заниматься, у него все получалось отлично. В 1968 году Юрий Алексеевич окончил военно-воздушную академию имени Жуковского. Получив квалификацию летчик-инженер-космонавт, советского космонавта с почетом встречали в любой точке земного шара. Он совершил миссию мира – Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Бразилию, Кубу, Ирландию и многие другие страны, где встречался со многими известными людьми. Несколько интересных фактов. У Гагарина было хобби – собирать кактусы. В хоккее самая престижная награда – это не чемпионское звание, а кубок Гагарина. Кратер на обратной стороне Луны носит имя Гагарина. Именем первопроходца космоса названы улицы российских городов, учебные заведения. Во многих населенных пунктах стоят памятники космонавту, открыты музеи. Последний вылет Гагарина, завершившийся трагедией, состоялся в марте 1968 года.
Самолет УТИ МиГ-15 совершал тренировочный полет и разбился во Владимирской области. Вместе с первым космонавтом там находился летчик Владимир Серегин. Тела обоих погибших были кремированы. Весь советский народ скорбил о смерти своего героя. Похоронен Гагарин на Красной площади. В своем докладе Алексей Леонов, который самостоятельно провел все исследования и расчеты, отметил, что на пути самолета Гагарина оказался другой, которого там не должно было быть. Каждый русский человек знает о Гагарине. Юрий Алексеевич – человек идеальный в своей гармоничности, человек удивительной скромности, простоты, ясности ума, силы воли, наделенный поистине русской добротой и щедростью. Сын планеты Земля, одинаково родной людям всех континентов. И когда мы говорим о космосе, мы вспоминаем о Гагарине.